Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Из данного видео вы узнаете, как изменить персональные данные. Для того, чтобы внести изменения в ваши персональные данные, необходимо войти в личный кабинет на сайте компании. Перейти в раздел «Профиль. Персональная информация». В данном разделе вы можете поменять фамилию, имя, номер телефона, нажав на кнопку «Подать заявку». После смены фамилии или имени необходимо разместить паспорт в разделе «Профиль. Верификация». После смены номера телефона с вами свяжется сотрудник компании, чтобы убедиться, что телефон был изменен корректно. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго!